Отлично. Здравствуйте. Мы находимся в фитнес-клубе «Бицепс». Перед вами Юрий Спасовоходский и Настя Витальченко. Мы сегодня расскажем о том, как сделать упражнение для бицепса. Вот у Насти, например, очень красивый бицепс. Я считаю, что... Да, мне очень нравится. Очень многие девушки боятся качать руки. Они боятся быть перекачанными. Когда Настя была на соревнованиях, она выглядела вполне гармонично, красиво. И в жизни это даже, ведь никто никогда не скажет, что ее руки перекачаны. Большинству людей такой рельеф кажется умеренным. Так и есть. Если, допустим, у Насти были такие руки, как у меня, или больше, конечно бы, это было, ну, неестественно, да? Нормальному мужчине такая девушка не понравилась. Но мы вам хотим показать, какой эталон вот, внешности является золотой серединой между чрезмерной мускулистостью и красивым, даже эротичным рельефом. Значит, я сейчас покажу упражнение, а Настя потом его повторит. Мы берем, ставим Настю тут, потому что когда ты делаешь упражнение, Настя здесь стоит, то, как мы уже в прошлом клипе показывали, уровень тестостерона повышается и можно взять больше повторений. И делаем концентрированное сгибание, способствующее увеличению пика бицепса руки, локоть неподвижен, рука ладонью вверх, мы тянем к себе мизинец, мы мысленно тянем мизинец к себе. Делаем паузу в конце движения. Упражнение является изолирующим. Потом в результате у вас накачивается такой вот бицепс. Значит, не спеши. Еще раз. Ставим. Теперь я буду повышать эту тестостеронную Настю. Настя держится. Где тебе удобно? Я боролся прямо за... Да, смотри, ладонь вверх, мизинец, тянем к голове, голову немножко наклонить, чтобы не задел. Вот такое положение локтя, очень хорошо. Я прямо вижу, как работают мышцы. Почему мы не можем сделать это упражнение двумя руками сразу? Потому что не каждый кроссовер достаточно длинный. Не всегда удобно ставить скамейку и делать это упражнение сидя. Таким образом, с помощью этого упражнения, даже если у вас есть только один верхний блок, вы можете сделать упражнение для увеличения пика бицепса. Ты чувствуешь? Да. Достаточно. Сделав, покажем бицепс красиво. Так, хорошо. А бицепс сбоку. Грудь бицепс сбоку покажем. Так вот, нужно его показывать. Отлично. Смотрим. Дело в том, что у этого упражнения есть еще такое преимущество. Амплитуда больше, чем когда мы работаем двумя руками сразу. Многие люди боятся себя даже задеть по голове. А тут мы можем немножко отклонить голову и работать с очень большой амплитудой. А ты почувствовал, что когда ты тянешь мизинцем, то рука немножко супинируется и... Дорабатывается верхняя часть бицепса. Да, то есть как бы... И вот у меня недостаточная высота бицепса с точки зрения идеала. У меня не такой бицепс, как у Арнольда в его все годы. И высота бицепса никогда не помешает. Поэтому это упражнение вам советую включать вашу программу не для увеличения массы бицепса, потому что с большим весом здесь легко можно получить травму, а для формы. Так что теперь у тебя будут не только красивые руки, личные мышцы, но и бицепсы. Да. До свидания.